Принесла я такая типа детальку в машину и обнаружила, что, блин, я до сих пор не поменяла воздушный фильтр. Ой, как бы мне собраться себя в кучу, а? Всем привет! Сегодня у нас опять весна. Короче, февраль такой колбасит со страшной силой. То минус 2, то плюс 2. В общем, короче, погода так себе. Я еду в Броннице, мне нужно в банк, мне нужно наконец ездить в магазин что-то купить. Тут дома вообще даже не то, что мыши, тараканы повесились. И мне надо заправиться. Это вот такой вот план марш-броска. За бортом грязюка. Все тает, дождик накрапывает, пасмурно. В общем, прелестная погода. Очень прелестно. Я приехала на заправку Астра. Тут, правда, музыка орет. Попробую показать вам, что у нас на заправке. На 500, будьте добры, обычный 95. А ты еще? Обычный 95 на 500 рублей. Спасибо. Да, я знаю, спасибо. Четвертый, 95-й, обычный на 500. Четвертый, 95-й, 500. Карта у тебя хочешь? Да, карта. Чай, кофе, перекусить что-нибудь? Нет, спасибо большое. Акция у нас сейчас проходит на карточке, на кофейной. Хотите приобрести? Нет, спасибо. Спасибо. Всего доброго, приезжайте. Все чистенько. Всем привет. Все, в принципе, зашла сюда только чтобы показать туалет. Поехали дальше. Так, выезжаем из этого. Видите, какая заправочка. Не, ну очень хорошая Астра. Мне нравится, разноцветная. Там все чистенько, вкусненько. Кофе у них тоже вкусный. А по ценам, что-то я не посмотрела, сколько бензин стоит. Сейчас тут больше нет такой информации. Нет. Ну ладно. В следующий раз глянем. Хотя он может в следующий раз уже измениться. Так, ладно. Здесь надо аккуратненько, потому что все несутся. Как всегда. Никто не пропустит бедную женщину. Ну что, теперь еду в банк и в магазин. Так, я на месте. Здесь вот банк, которым я обслуживаюсь. Называется, по-моему, Гео Банк. Ну, банк как банк. Там очередь. Придется ждать.
пакетик, перчаточку. Все как у взрослых. Геркулес самый обычный, 11.30. Гречку. А, и то мяса никакого вообще не купила, потому что что-то нету как-то ничего из того, что мне нужно. Ладно, сейчас около дома еще заеду в магазин. Дождик, стемнело уже. Красота. Ну, фарш, индейки. Все занято. Я припарковалась дома пешочком. И дождик идет. Ну все, буду прощаться. Сейчас на завтра себе приготовлю фасоль стручковую и из фарша сделаю котлетки. Ну и... вот такая вот красота у меня завтра будет на ланч. Я дожариваю котлетки и буду с вами прощаться. Все, на этом со всеми попрощаюсь. Хорошего всем вечера. Я сейчас буду смотреть какое-нибудь хорошее кино, которое у меня дальше по списку. И наслаждаться прекрасным вечером. Чего и вам желаю. Все, всем пока-пока.